Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Яно Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча Калпатару Вешаки Пасинда Бевача Патитанам Павуне Бхавишна Вибью Наму Нама Мукам Каруты Вача Аланг Пангун Ланг Хайтигирим Ятки Патам Ахангванди Парама Нанда Мадава Брендави Тусиде Байпияви Кесвасача Шнавакти паде деви саттваттвай наму намаха Нараяна намаскритта нарун чайва нараттама Девинг сарасватин вясам тату жайо мудире Санкиртане Кришна катхопадеша Гаурия патрашра пракасанеча Садануракта гуру бхакти йогто Бхакти Прамадакша Джагод Баруня Дхайям Сада Паривабхагна Вавишчадухам Тетас Падам Сива Виранчинатам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатайя Висурджи Тагма Пигапаваду Свадарши Пурна Нурагара Сусагара Сарамурти Шарадхикамай Кадакипам Карвиши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджану ломбита бхужоу канка бодато Санкетаной капитару камала ятакшо Вишамбару дижабару жугадхарма пало Банде жагат приякару каруна батару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин чамуктин чадада синитам Бхаванурупе насада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно приямананга мада пухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджусу Бадани Лакшмир Ясрача Бхакшаси Ясастихиде Самби Твам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари.
Бхакти стай стиратара Бхагаван Джадишад Дайвена нафалати диббакишора муртихи Муктихи свайам мукритан джалисевати асман Дхармарта камгата йохо самайо пратикша Бхакти стай стиратара Бхагаван Джадишад Дайвена нафалати диббакишора муртихи Муктихи свайам мукулитанджали севате асман Дхармарта камгата йохо самайо пратикша Гаурия Гоштхипати Гаурия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тако Прабхупад Джагадгуру сказал, то, что мы хотим и то, что не хотим, мы должны определиться с этим. И вот Гаурия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тако Прабхупад сказал, мы должны определиться с тем, что мы хотим и что не хотим. Мы должны очень четко определиться с этим, иначе мы не сможем начать настоящий харибаджан. Это будет невозможно. Обусловленные души всегда хотят того или иного. Их материальный ум полон желаний, полон анардх. И в то же самое время мы хотим что-то или не хотим. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы должны определить, что мы хотим, а что нет. Иначе мы не сможем начать настоящий харибаджан. Обусловленная душа в обусловленном состоянии, так или иначе, своими личными усилиями не может избавиться от майи. Она может пытаться, конечно, но своими собственными усилиями она не может избавиться от майи, это невозможно для обусловленной души. И поэтому Шрила Сарасвати Такур говорит, что чем больше мы разовьем наше желание совершать гуру Вайшнава Севу, тем больше мы потеряем наше влечение к семейной жизни, к материальной жизни. И чем больше интерес мы разовьем к совершению Гуру Вайшнава Севы, имеется в виду служению чистым Гуру Вайшнавам, то тем больше мы освободимся от нашей обусловленности, постепенно мы сможем избавиться от майи. И вот в обусловленном состоянии иногда может, мы не полностью предались, но, как правило, во время дикши, ну, имеется в виду, должно быть. Но, к сожалению, большинство из нас не может предаться полностью во время дикши, но без полного самопредания во время дикши эта дикша не завершается. И поэтому Вишванат Чакраварти Пад говорит, иногда какие-то преданные, может быть, на 80% предаются, кто-то больше, но так или иначе остается какой-то промежуток, и по милости гуру вайшнавов они пытаются совершать какую-то гуру вайшнава севу и так избавляются от материального рабства, но тем временем, но через какое-то время преданные теряют свое терпение, поскольку он не может ждать, терпеть. И, в общем, теряет терпение, что следовать нужно разным правилам и предписаниям, столько ограничений, и на самом деле обусловленная душа хочет жить как привидение какое-то. Они не хотят следовать каким-то правилам и предписаниям, каким-то основам, они не хотят этого делать. И вот Вишванат Чакраварти Пад говорит, хотя по милости гуру и вайшнавов они избавляются от обусловленности, но веру иногда теряют. Говорят, что это невозможно для нас, поскольку они не могут почувствовать, что они вне майи.
всегда беспокоятся о чем-то, к чему-то привлекаются, от кого-то отвращаются, не могут получить служение, вкус к служению, к харинаму. И, как правило, из-за лицемерия такое происходит, из-за этого. И Вишвана Чакравартипад говорит, что по милости Гуру Вайшнавов вы избавляетесь от своей обусловленности, и это время занимает, но не все могут терпеть, ждать до такого. И также мы не знаем, какого уровня наша обусловленность уже кончилась. Вишвана Чакравартипад, он, пример приводит, если кто-то на цепи, человек какой-то его приковали цепью, и кто-то пытается помочь ему, перепиливает его цепью, вот наполовину если перепилили, или даже практически полностью, то в этом случае этот человек чувствует ту же самую боль, как до того, не все могут. Но не то, что не все, никто не видит, что наполовину они уже освободились, осталась еще половина, но они не чувствуют этого и теряют терпение. Но Шрила Прабхупад говорит, мы должны иметь бесконечное терпение в Гуру Вайшнава Саве. Мы должны иметь огромное терпение в Гуру Вайшнава Саве. Почему? Поскольку если мы заинтересованы в том, чтобы совершать Гуру Вайшнава Саву, то тогда на 100% вы с личными проблемами майя, она как-то влиять будет. Шрила Прабхупад говорит, что на самом деле Гуру Вайшнава Сава, если вы соберетесь совершать Гуру Вайшнава Саву, на ее пути много проблем, на вашем пути возникнет в процессе. И Шрила Прабхупад говорит, с огромным терпением, с огромной верой, с огромным почтением мы должны совершать служение Гуру Вайшнавам. И это проверка для нас. И поэтому Шрила Прабхупад часто говорил, что этот материальный мир – это место проверок, экзаменов. И если мы не сможем пройти эти испытания, то тогда мы не сможем начать Гуру Вайшнава Севу. А служение Гуру Вайшнаву вам – это и есть служение Бхагавану. И вот с огромным терпением, с огромной верой мы должны совершать Гуру Вайшнава Севу, Бхагават Севу, и мы не должны терять терпение. Но главное то, что я говорил достаточно долго о том, насколько далеко мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады. И на пути Шрилы Прабхупады, на всей его жизненной лиле, Шрила Прабхупад в большинстве случаев он хотел уничтожить майяваду, имперсонализм. И этот имперсонализм – это главный враг Випраламха Бхаджана. Мы должны помнить это, что этот майявада вичар, этот имперсонализм – это главный враг нашего Випраламха Бхаджана. И также я говорю по милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура о том, что наш Гаудия Бхаджан – это Випраламха Бхаджан. Мы должны всегда плакать день и ночь. Но мы должны плакать не ради майи, а ради Кришны, ради Гуру и Вайшнавов. Поскольку Гаудия Бхаджан, мы должны, это и есть Гаудия Бхаджан, мы должны плакать о Кришне. И вот Шрила Прабхупад говорит большинству от разлуки с Кришной. И вот Шрила Прабхупад говорит, большинство людей заинтересованы в своем личном благе. Кто-то стремится к личным благам, кто-то к общественному благу. И вот говорят, что мы не эгоисты, мы вот хотим, чтобы всем хорошо было.
Обычно люди, которые стремятся к славе, к знаменитости, они так говорят, это подобно вызову. Те, кто наслаждаются известностью, может, какие-то политические, образовательные или какие-то другие лидеры, какие-то социальные эти реформеры или... И такие люди, они идут на компромисс, и они получают славу и знаменитость. И Шрила Прабхупад говорит, что те, кто наслаждается популярностью, посмотрите на их жизнь, и вы увидите так или иначе различными способами они... Они пытаются со всеми как-то скооперироваться, как-то, точнее, на компромисс идут со всем, как с хорошим, так и с плохим. И это очень просто сказать, что демоны и эти полубоги, асуры и суры, кто-то сура и асура, и вот кто-то говорит, что они должны пойти на компромисс друг с другом, но практически это невозможно. Это вообще невозможно, поскольку полубоги, их поведение, их идеализм абсолютно отличается от поведения и идеалов демонов. И вот какие-то политические лидеры говорят одно, чтобы получить почет от тех или иных людей, но это невозможно, поскольку, например, масло и вода, их невозможно смешать. Можете пытаться, но они не смешиваются. Вода и масло, они никогда не смешиваются друг с другом, они отделены друг от друга. Это должно, это естественно. Кто бы ни пытался, не получается сделать. Масло всегда отделяется от воды. И вот все время те, кто доказывают, что они более либеральные, идут на компромиссы с кем-то или с чем-то. Ну, как говорят, что сытый голодного не поймет, но и в этом случае... И мы не делаем никаких замечаний, не говорим ничего по этому поводу, но это так, что масло с водой не смешаются, и демоны и полубоги, они тоже никогда не придут ни к какому компромиссу, они противоположные. Если одни имеют веру в Хари, другие не имеют, и как же они могут... кооперироваться друг с другом. Кто-то, конечно, может говорить об этом, что они, но практически невозможно, поскольку чтобы прийти к какому-то компромиссу, нужно от хорошего отказаться и принять что-то плохое от вашего противника. Это компромисс называется. Но на пути чистой преданности это невозможно. Если вы видите, какой-то ачарья идет на какой-то компромисс, то будьте уверены, что это майвади. Это невозможно. Но мы должны знать, что Кришна, Он везде. И мы должны помнить об этом. И можем видеть весь мир в связи с Кришной. И это зовется этот adjustment, гармония. Мы не будем спорить по этому поводу, но кто-то спорит. И вот Шрила Прабхупад говорит, и вот те, кто говорят, что не
И вот какие-то группы есть, они говорят, что они не нейтральные, беспристрастные, что не придерживаются ни тех, ни других, они так не нейтральные. Но те люди, которые говорят, что они нейтральные, и какой-то у них этот беспристрастность какая-то, но они тоже как кому-то присоединяются. То есть те, кто против всех, получается, или не против, а и не против, и не поддерживают, они тоже в своей этой группе получаются. Но во всем мире никто не может быть нейтрален, как в Дживататве говорится. И много раз вы слышали. Вот об этой шлоке, но что такое татастрабава? Татастрабава, это она находится в пограничном состоянии между... Вот татастра – это буквально берег между водой и землей. Но ее как бы нет, но она представляется, что вот эта пограничная линия, она татастра называется, между водой и землей. Но говоря искренне, состояние татастра состояния, и, ну, это татастха состояние, оно подобно идеальному газу. Если вы изучали физику и химию, то знаем понятие идеального газа. Это для подсчетов хорошо, но идеального газа невозможно. This gas in this temperature, this pressure, this gas can stay in this condition. But this is not actually practically possible. То есть этот газ, он для подсчетов хорош, но практически его не существует. И вот я вот дживататву не буду обсуждать. А вот немножко скажу о татастха состоянии. Это подобно философии, и практически джива, она может быть, она может совершать гуру вайшнава сева, бхагаван севу или служение майе, но и какие-то дживы, они от точнее, как отвернуты от Кришны, другие, то есть отвратились какие-то от Кришны, отвернулись, а другие нет, примкнули к нему. И вот какие-то эти лидеры говорят, что мы не думаем о личном счастье, мы думаем о благополучии всего общества. Они таким образом пытаются доказать, что их мысли очень возвышены, сердце широко. Ну и они такие хорошие люди. А Шрила Прабхупад, только Шрила Прабхупад говорит, мы не заинтересованы ни в личном счастье, ни в публичном. Мы заинтересованы в том, чтобы Кришна был доволен. И это наша цель. И это цель Рупа-Нога Бхакты. Мы не заинтересованы ни в личных корыстных целях, ни в публичных, ни в общественных, а мы всегда пытаемся сделать все, чтобы Верховный Господь был доволен, и это наш настоящий баджан. Но для обусловленных душ это невозможно. Если они совершают гуру вайшнава севу, то так или иначе их сердце, оно осквернено. И мы кто-то может говорить, что они совершают гуру вайшнава севу, но практически они не могут, поскольку какие-то личные эти корысти оставляют себе. И это главное препятствие на пути Кришна Баджана. Мы не можем освободиться от этого. Но что Махапрабху говорит нам? Мы не обсуждаем об этом. Поскольку если кто-то говорит,
они могут поймать за наши недостатки, поэтому об этом обычно не говорят. А то, что мы узнали от Махапрабху, если вы хотите узнать то, что Махапрабху сказал, можно видеть, Махапрабху всегда говорит то, что вот в этой шлоке. И вот это ахайтуки бхакти, беспричинная бхакти, нету никакой причины этому бхакти. Если есть, какая же причина, по которой мы начали баджан? Зачем мы пришли, присоединились к Гауди Матху или к другому обществу? Кто-то, чтобы получить славу, кто-то для удобств каких-то, кто-то еще для чего-то, но такая духовная жизнь, то есть мы даже, она бесполезна, если вы пришли в Гауди Матху ради чего-то иного. Вы можете получить какое-то удовлетворение, но сердцем вы не сможете получить настоящую радость, поскольку если всем сердцем, точнее, если какое-то трансцендентное блаженство, а пракрита-сукха, оно будет, оно возможно только тогда, когда вы посвящаете свою жизнь и душу ради гуру вайшнавов, но это практически невозможно. Это почти невозможно. Если вы хотите обрести трансцендентное блаженство, пракрита сукха, оно будет, то тогда вы должны посвятить все свое тело, душу, все, что у вас есть, все лотосным стопам гуру вайшнавов, что это практически невозможно для многих. Даже в уме подумать не могут. И если вы хотите какие-то оставить себе что-то, не предавшись не полностью, то это препятствие на пути баджана будет. И вот эта шлока, произнесенная Биламангалатакуром из Кришна Каранамриты, это великолепная книга, но сейчас в этом обусловленном состоянии у нас нет права обсуждать ее, но Махапрабху принес эту книгу из Южной Индии. Эти две книги, Брахма Самхиту и Кришна Каранамриту, это два сокровища Гаудия Вайшнавского общества, но вы должны получить милость чистых гуру вайшнавов, тех, у кого уже есть Рагануга Бхава внутри их сердца, и тогда в этом случае вы получите максимальное благо от этой шлоки. Говоря искренне, у нас есть наша вечная связь с гуру вайшнавами. На самом деле у нас есть наша вечная связь с гуру и вайшнавами. Единственное, что мы должны сделать, это открыть ее, обнаружить, найти в себе. Дивесварупахой Кришна Нитьядас, но более важно гуру. Гуру Нитьядас. Но мы не всегда, редко можем почувствовать это. И если мы не утвердились в гуру-татве, говорим, это ваш гуру, это наш, это ваше общество, это наше, но это глупо, поскольку мы все гаудии. Кто-то может заниматься политикой на эту тему, но возвыситься до этого далеко не каждый может. Все какие-то свои корыстные интересы блюдут, к сожалению. Но если мы видим, что такие люди делят гуру, будьте уверены, такие люди не утвердились в гуру-татве. Равана, вот, например, мог читать много шлок, Веданту наизусть вспомнил, Майват Веданту полностью наизусть вспомнил, стихи писал, но что толку? Равана мог стотры писать, он очень образован был, но и когда Равана совершал арати Шанкара Бхагавану, то каждый день Равана, он новые стотры сочинял. Не так, что сочинил, потом запомнил, перепроверил, нет, он моментально сочинял. А мы глупы настолько, что отклонились от пути Шрилы Прабхупады и не можем понять, что есть бхакти, а что не бхакти. К,
сожалению, мы привлечены каким-то внешним сиянием, чем-то внешним. Это Пракрити, природа, она открывает большую выставку для нас. Это Пракрити, она подобна выставке, и различные вещи тут выставляются. Может, вы привлечены чем-то, кто-то чем-то другим, третий человек пятым, третьим привлечен, четвертый четвертым, и это подобно такой выставке, которая открыта Майя Деви, чтобы поймать нас. Это подобно ловушке, в которую, если мы наступим в эту ловушку, то тогда мы попадем в лобби Майи. Ну, имейте в виду, Майя нас обманет. Мы не можем наслаждаться Майей на самом деле. Шрила Прабхупад... Но мы обусловлены души, всегда заинтересованы в том, чтобы наслаждаться Майей. What is the meaning of diksha? What is the actual procedure of diksha? When and how? And from whom we can get diksha? You don't understand. От кого и как получать дикшу, а поскольку люди осквернены майявадой, они не могут понять этих простых вещей и не могут принять вичара Шрилы Прабхупады. Я знаю это очень хорошо. That's why yesterday и I was writing поэтому small вчера note я about, написал заметку о том, что это проповедь или обман. На самом деле дикша значит, мы обусловлены души, у нас есть течение, есть склонность к наслаждению. И что значит эта склонность к наслаждению? Это склонность к материальным наслаждениям. Наслаждаться чем-то материальным, как мужчина хочет наслаждаться женщиной, женщина мужчина, это естественно, это природа, но это ложное отождествление того, что кто-то думает, что он женщина или мужчина, но они привлекаются, несмотря на все это, и как избавиться от этой обусловленности. Это самая сильная обусловленность. И никто не может, ничто не может сравниться с этой обусловленностью, с этой привязанностью мужчины к женщине и женщины к мужчине, соответственно. Вот Йошит в Гаудия обществе, я говорил о том, что Йошит не только значит тело мужчины или женщины. Йошит значит все, о чем вы думаете, все, что привлекает вас как объект вашего наслаждения, это зовется Йошит. Например, Лабха, Пуджа и Пратишха, и это становится Йошит Санга для вас. Кто-то стремится к деньгам, это, соответственно, Йошит, значит, деньги для него. Кто-то к славе, кто-то к почестям, к уважению, это все Йошит зовется. И такая сильная обусловленность, она невозможна, но то есть, кроме вот другие, другая привязанность не может возникнуть настолько сильная, как из-за Йошит Санги. И вот поэтому поэтому очень неблагоприятно общаться с Йошит и теми, кто привязан к этому Йошиту.
И вот, то есть общение имеется в виду общение с наслажденцами и общаться с теми, кто общается с наслажденцами. Если мы будем общаться с ними, это тоже станет причиной обусловленности для нас. It is next to impossible to do Hari Bhajan. There is a big network of Maya Devi. Ну, кто-то может испугаться всего этого и сказать, что майя очень сильна и так сильно влияет на нас для того, чтобы мы не смогли совершать баджан. А что такое гуру-сева, что такое вайшнава-сева? Далеко не все понимают, очень мало таких людей. Then you cannot complain that I have taken shelter of Gurudev, but I am not getting power. Why? What can be the reason? Если мы поймем, что такое настоящий дикша, что такое гуру сева, тогда мы не будем жаловаться на то, что мы получили дикшу от какого-то гуру, но не получили силы от него. This is the procedure. И вот это такая процедура, через которую мы можем развить Дивья-гьяну, божественное знание, и как мы можем обрести эту Дивья-гьяну, дату, это такое сияющее знание, как вот Уджа-врата, Уджа-швари-радхарани, Уджа значит сияющее, чистейшее, безупречное, очень чистое и прозрачное. И вот, но я не буду объяснять это, поскольку сегодняшняя тема другая, но все же под руководством Шрилы Прабхупады хочу показать нас. Мы хотим обнаружить, насколько мы отклонились от лотосных стоп Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад всегда хотел сказать, что дикша значит, мы должны развить дивья-гьяну, божественное знание. Я знаю. У обусловленных душ есть склонность к наслаждению. Обусловленные души, они очень всегда стремятся к наслаждению. И что толку от дикши, если мы не избавимся от этой склонности? То есть, если люди находятся в том же плачевном положении, как и до получения дикши, что толку от такой дикши? И много преданных, и так называемых преданных спорят на эту тему, они не понимают, что мы должны иметь прямую связь с гуру и вайшнавами. Кто-то жалуется, что «О, Махарадж, мы слушаем Харикатху от вас через интернет, а не прямо, но и как мы можем получить тот же результат?» А я говорю, это глупый ваш вопрос, поскольку если у вас есть связь со мной через мои наставления или еще как-то, или вы встречались со мной, или письма писали, или... И смотрите, когда гуру вайшнавы уходят из этого материального мира, такой возможности уже у нас не будет. Обычно мы не получаем. Иногда, конечно, встречается такое, когда гуру вайшнавы уходят и из этого мира, имеется в виду, а потом являются во сне или еще как-то своим преданным. Но с помощью дикши мы должны иметь прямую связь с гуру и вайшнавами. Это должно быть без, без этого, как мы можем ожидать, что как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он получил саньяс мантру от Шрилы Прабхупады уже. Но Гуру Падма никогда не хотел нарушать систему. Шрила Прабхупад пришел к нему, ну, как, нельзя сказать, что во сне, но и не на его. Он явился к нему так и дал саньяса мантру, но все же Гурупад Падма подумал, что если я буду заявлять, что я получил мантру, саньяс мантру от Шрилы Прабхупады, так то такая система, но все будут, могут следовать вот так.
поскольку будут ссылаться на эту шлоку и действовать неправильно. Что есть? И вот чтобы такого не происходило, чтобы получили дикшу обычным нормальным образом, он... И поэтому гуру вайшнавы, они очень и очень осторожны, они думают о прошлом и будущем, чтобы никаких беспокойств не было. Но сейчас смотрите, что случается. Бесчисленные гуру повылезали из их пещер, и ну вот они находились как-то в таком неявном виде, сейчас повылезали все и пытаются действовать как гуру. Сейчас, к сожалению, система такая. И вот так или иначе, это их, как сказать, поведение такое, что делать. Не хочу с ними спорить, иметь какое-то дело, но как, насколько далеко мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады, это наша главная тема сегодняшнего дня. И вот Шрила Прабхупад говорит, что дикша значит, что мы должны принять прибежище у лотосных стоп Гуру Пад Падмы. И тогда, осознав, что материальный мир, он не вечен, и вот, если вы думаете, что этот материальный мир очень хороший, прекрасен, то что толку? Дикша, значит, мы должны двигаться в сторону Верховного Господа, к сторону абсолютной истины. Это абсолютная истина, абсолютный Господь, Верховный Господь. И, если мы поклоняемся этому Верховному Господу и не приняли прибежище у Него, а приняли прибежище у какой-то ложной философии или еще чего-то, то тогда что за харибаджан мы будем совершать? Бхагаван, Верховный Господь, их сварупа сатья, поскольку гуру и вайшнавы, они уже утвердились. Вот, как в этой шлоке говорится, не таир чарнасотя тахаро сарвуканитя, не тесодо подокораш. Мы, к сожалению, забыли этот киртан и эти слова. Но, к сожалению, не все следуют этому. Кто-то думает, что вот этот вайшнав не браман, тот не особо образованный, тот не особо богатый. Вот, к сожалению, такие... Так думают много людей о гуру вайшнавах, и поэтому Шрила Прабхупад много раз говорил, что гуру вайшнавы и Бхагаван, они оставляют за собой право не быть открытыми нашим органам чувств. Но что делать? У нас нет никаких других этих... Нету никаких других чувств, кроме наших органов чувств. И вот с помощью этого материального ума и органов чувств, может, с помощью власти, денег, какого-то образования, вот это все, что у нас есть, и мы с помощью всего этого пытаемся все подсчитать, оценить как-то гуру вайшнава. Может, гуру вайшнавы такие, гуру вайшнавы или другие, но гуру вайшнавы, они непостижимы. Шрила Прабхупад говорит, если кто-то имеет какие-то материальные представления о гуру вайшнавах, Бхагаване, о трансцендентной Бхагаватате, о Виграхе, И если у них нет веры, они могут прийти на путь Гаудия Баджана, но они могут так развить ложную вайрагию, ложное отречение. И могут так в майаваду попасть, хотя внешне могут одежду саньяси носить, или ачарья быть, или какое-то положение в обществе
внимать, но в итоге они не смогут ничего обрести. И поэтому Шрила Прабхупад говорил все время, что дикша значит, мы должны получить дикшу от такой возвышенной личности, от великого преданного, который достиг этого уровня, поскольку дикша значит, Гурудев, он вложит свое чувство, свою бхаву в наше сердце. И поэтому Шрила Прабхупад и Гуру Варга объясняют, что дикша вот у нас была склонность к наслаждению в нашем сердце давно, причем с незапамятных времен. Но если у нас нет никакого лицемерия, если мы приближаемся к Гуру Вайшнавам, и что за процедура? Дикши Санатан Госвами говорил, и Махапрабху показал, но мы, к сожалению, не заинтересованы в этом, а в какой-то материальной процедуре следуем. И не воспринимаем серьезно процедуру дикши. И вот такие люди, которые не принимают процедуру, показанную Шрилой Прабхупадой, даже Чайтанья Махапрабху говорит в Гае, перед Ишой Пурипадом, что он говорит? У нас нет времени обсуждать все это. И вот он говорит, что у нас нет времени обсуждать это. Приводит в пример бенгальскую поговорку, то, что каждый считает себя царем в своем собственном царстве, и поэтому никого не слушает, а следует только влиянию своего ума. И кто же кому будет следовать? И таким образом из-за гордости людей люди возгордились и ничему не следуют. И таким образом, если мы не понимаем эту сиддханту, весь этот вичар, то тогда никогда мы не сможем обрести бхакти. Поскольку без веры в Гуру и в Кришну, как мы можем обрести бхакти? И вот Шри Чайтанья Махапрабху также в Гая Дхаме говорит перед Ишой Пурипадом. И вот сейчас я предлагаю мое тело и душу твоим лотосным стопам. Это моя душа и мое тело, я предлагаю это все твоим лотосным стопам. И вот сейчас ты должен спасти меня из этого материального океана майя. И вот Чайтанья Махапрабху дал нам урок относительно всего, но мы, к сожалению, какие-то новые правила приписания придумываем. Может, видно, что часто люди каждый придумывает свои правила приписания, свою конституцию, следует своим правилам, а не общепринятым. Но так или иначе, эти люди не могут доказать, что они следуют Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати, поскольку они отклонились от лотосных стоп Шрилы Прабхупады. И Санатан Госвами также такой вопрос задает, даже Бхагаватам. Парикшит Махарадж много раз до того, как я обсуждал это, нет времени эти простые вещи обсуждать снова и снова, но Санатан Госвами говорит перед Махапрабху, кто я? Он спрашивает, кто я и почему я получаю эти тройственные страдания.
я не знаю, та причина, по которой все эти три гуны материальной природы, они беспокоят меня. Пожалуйста, покажи мне эту причину, забери меня из-под влияния моей, так говорит Санатан Гасай. И вот смотрите, какие качества человека, главное качество кандидата, который хочет получить дикшу. А сейчас, к сожалению, все стремятся только к количеству, а не к качеству. Даже демонов принимают в свои ряды. Но кто-то вот говорит, ну, что в нашем обществе 50 там, или 100 тысяч посвященных, но если посмотреть с точки зрения Шрилы Прабхупады и Санатана Гасаи, то они все неправильные. Как Санатан Гасаи, он спрашивает, кто я, кто, каково мое подлинное я на самом деле, и почему я страдаю от этих трех гун материальной природы. Я не знаю, как избавиться от всех этих проблем, пожалуйста, покажи мне путь. Это качество человека, который по-настоящему хочет получить дикшу. Дикша не значит, что можно получить посвящение у какого-то влиятельного человека, какое-то положение в обществе, кто-то... То есть не на духовные качества смотрит, а... на материальные, и поэтому Шрила Бхакти, он такого еще 150 лет назад, он предсказал это, и сейчас это все происходит, и вот еще 150 лет назад Шрила Бхакти, он так плакал по этому поводу, что о том, что мы не защищаем славу Шримана Махапрабху, его Прамадхармы, о том, что мы теряем и не можем защитить славу этой чистой прамадхармы, которая явлена в сочетании Махапрабху. Если такое осквернение происходит, то день за днем только количество животных и демонов и ракшасов в наших обществах увеличится. И если мы можем сделать хотя бы одного, но подлинного преданного, то этот подлинный преданный, он сможет спасти весь мир, как Шрила Горкишвардас Бабаджи Махарадж. У нас есть вечная связь с Гуру Вайшнавами, но мы не все могут чувствовать, а мы должны почувствовать, что у нас есть вечная связь с Гуру Вайшнавами. Но, к сожалению, мы не можем почувствовать, и в этом главная проблема. Вот Санатан Госвами, он хотел показать нам, и также Парикшит Махарадж говорит так, и Махапрабху. Но мы не следуем тому пути, который показан Шрилой Прабхупадой. Мы, к сожалению, отклонились от него. И вот сейчас вы можете спорить со мной, что те, кто уже получили посвящение от Шрилы Прабхупады, они тоже некоторые отошли от его пути. Да, это может бывать, но Шрила Прабхупад, это не значит, что Шрила Прабхупад не достаточно могуществен. Может, я уже говорил, что во время дикши Шрила Прабхупад хотел развить божественное знание в них. Шрила Прабхупад очень могущественен. Но если такие преданные совершили какое-то оскорбление, а потом еще одно, то это количество аппаратов увеличилось, и эти аппараты, которые увеличились, они деградируют, сознание деградирует из-за этих оскорблений. И таким образом люди из-за оскорблений теряют свое сознание и отклоняются от пути Шрилы Прабхупады. А Шрила Прабхупад обычно проверял всех
Шрила Прабхупад имел такую силу, он проверял людей, по какой причине они пришли в Мадх. А потом было такое, что некоторые совершали оскорбления, и из этих оскорблений их сознание уменьшалось, и они отклонялись от пути Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупад хотел показать, что дикша значит развить наше сознание, а Пурна Четанвасту, Гурупад Падма, он Пурна Четанвасту или Шри Кришна, а Гуру Вайшнава, они всегда находятся в связи с этим Пурна Васту, и поэтому они тоже Пурна, они целые. Если мы всегда находимся в связи с Пурна Васту, значит и мы тоже Пурна. Почему Гуру Вайшнавы всегда полны, целы и чувствуют полное удовлетворение, полное блаженство? Потому что они имеют связь с Пурна Васту. И также мы, если мы обретем связь с этим целым, то никакого неудовлетворения не останется в нас. И вот смотрите, не каждый может прийти. И даже не спрося, те, кто... А, еще некоторые ачарьи есть, которые дают дикшу, даже не спрашивая желания этих кандидатов на дикшу. Это, как правило, майвади. Конечно, дикши они могут раздавать, но они себя спасти не могут. Как же они спасут других? Только тогда, когда вы сами достигли полного сознания, то тогда вы уже это сознание можете раздавать тем преданным, которые пришли к вам. И вот таким образом дикша Шрила Прабхупад говорил так. Те, кто пришли в Гаудия Матх, с каким-то отдельным желанием, чтобы исполнить свои корыстные желания. И вот некоторые люди приходят в Гаудия Матх, чтобы исполнить свои скрытые желания ради какой-то корысти, но Гаудия Матх не имеет и не может иметь никакой связи с такими людьми. Те, кто пришли в Гаудия Матх, чтобы злоупотреблять божественным знанием, которое есть в Гаудия Матхе, то Гаудия Матх не может иметь и не имеет никаких связи с такими людьми. И это такова сиддханта, но, к сожалению, мы следуем другому пути. И вот немного ранее я говорил, что Майя, она открыла буквально выставку. Майя открыла такую выставку в этом материальном мире все время. Мы привлечены этой выставкой Майя, и много вещей есть в этой выставке, и там это материальное тело, оно полно крови, плоти, оно привлекается другим таким похожим телом женщины, которая тоже состоит из плоти и крови. То есть вот что-то материальное привлекается другим материальным, но душа, она за пределами нашего понимания. И поэтому... И что мы узнали от Шри Чайтанья Махапрабху? Когда Махапрабху дал нам такой урок, но мы не приняли и этого. Махапрабху молится лотосным стопам Верховного Господа таким образом, но процедура нашего баджана другая. Без всяких желаний, без всяких анартх, надежд, интереса, мы не готовы служить Гуру Вайшнавам, и поэтому мы не достигаем успеха. И это единственная причина нашей неудачи.
Когда мы обретаем бхакти, то бхакти – это сварупшакти. И тогда мы получим удовлетворение, поскольку бхакти – это амрита сварупа. Bhakti is amrita swarupa. So if we can get bhakti, then there is no question of any fighting. И вот если мы обретем бхакти, у нас нет, не будет никаких вопросов, никаких споров. И поэтому в Упанишадах говорится: О, амрита сварупа ча. Амрита сварупа ча. Бхакти это амрита сварупини и Умано сиддха бхавати, амрити бхавати, трипта бхавати. И в Нарада Бхакти Сутре вот говорится, вот такие слова говорятся. Бхакти баша пурушаха, бхакти дева бхуяси. Why? This is already given Matar Shruti. Бхакти can only can take us Бхакти, только бхакти может довести нас до лотосных стоп Верховного Господа. Очень четко и жирно говорится об этом с акцентом, но мы не заинтересованы, к сожалению, о той процедуре баджана, которая показана Шрилой Прабхупадой и Бхактивинода Такуром, а какие-то общества разные, они свою отдельную ветвь хотят создать. И Вамана Госвами Махарадж говорил про таких людей, Вима, оно имеется в виду таких людей, которые не следуют ничему, показанному Шрилой Прабхупадой, а какие-то новые правила, предписания создают. Но это в материальном мире только может быть применимо. Но если это духовное общество, то как там может быть такое быть? Это только в материальном мире могут быть такие вещи. В материальном мире мы знаем, что какие-то исправления, дополнения могут быть в какую-то там конституцию, например, или еще что-то, но в духовном мире без огромной любви мы не можем изменить даже ничего, да, никакой точки. Только тогда, когда есть огромная любовь, то Кришна, он не будет замечать этого. И Кришна может сказать, что я, мои преданные повелевают мной, но это наивысшая точка. А когда, то есть, когда мы обретем бхакти, мы получим удовлетворение. А если не сможем обрести бхакти, то, как правило, двуличие, лицемерие есть одна из главных преград. И вот поэтому еще бывают такие люди, которые получили дикшу от Шрилы Прабхупады, а потом гордятся этим, рассказывают на каждом углу, что они получили посвящение от Шрилы Прабхупады, но такие люди очень вскоре получают наказание от Майи. И вот если мы сомневаемся в Гуру, Вайшнавах, Бхагаване и их вечных качествах, то тогда Майя, она накажет нас и скинет нас в этот свой океан Майя. И по какому-то великой возможности в процессе нашего скитания по бесчисленным мирам мы можем встретить Вайшнава. I have no conception about Dushanga, what is bad association, what is good association. У меня нет у нас нет никакого представления о Душанге, что такое благое общение, что такое дурное общение. Многие люди не понимают этого и смешивают. Но практически никто не хочет поддерживать эту чистую систему, поскольку если нет никакого осквернения, то это очень хорошо, поскольку еще есть какие-то люди, которые говорят, что вот
Кришну, которые общаются со всеми подряд, но и говорят, что Шрила Прабхупада, он не саду, поскольку он показывает только на один путь, а не на все. Но Шрила Прабхупада, он говорит только об абсолютной истине, не идет ни на какие компромиссы, ни с кем. И вот насколько мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады, мы должны определить. Майяна открыла выставку перед нами, мы привлечены этой выставкой, много привлекательных вещей там. И если мы хотим совершать баджан, мы думаем, что у нас нет никакой, ничего, кроме материальных органов, чувств и ума. И условные души только вот это есть. Но если мы будем полагаться на наш материальный ум и материальные органы чувств, то успеха мы никогда не достигнем. В Гите Бхагаван уже сказал, что наш ум материален. Ум материален, будхи, сознание тоже материально. Все материально. И вот с помощью этих материальных вещей мы хотим узнать, что есть в трансцендентном мире, и поэтому мы не становимся успешными. А Пракрита Васту Кубху Пракрита Гочаранай, мы забываем вот об этих словах, что Пракрита Васту трансцендентные объекты. С помощью материального мы не можем понять трансцендентного. Но что делать? Мы часто используем наш ум, нашу рациональность, чтобы как-то понять что-то. All eight different kind of, categories of same prakriti. Вот это восемь различных категорий вот этой прокрити матери. Bhumi rapo analo kham mano buddhi revacha. All, material things. With the help of thing we like to enter into the court of Mayadev and into the court of prakriti jagat in the area. So we are always failure. This is the point. И вот из-за того, что с помощью материальных органов чувств ума мы хотим попасть в область апракрита трансцендентного, это и есть причина наших неудач. И вот Шрила Прабхупад. And if I'm going to make a new conception, new interest, new, enjoyment, to do Guru Vaishnava Seva, then somebody can fight, what use, so many sastras, so many lecture, harikatha is there, what use? And if it is beyond our reach, Да, какие-то люди могут заявить, что если это апракрита трансцендентное за пределами нашего досягания, то как, что толку что-то делать, чтобы достичь? Но если изменить свое настроение день за днем, если развить интерес к слушанию харикатхи от чистых гуру вайшнавов и склонность, интерес к совершению севы, конечно, севу, не получив дикшу, настоящую севу невозможно совершать, но все же интерес к севе мы можем развить. И в этом случае шастры могут помочь нам. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, до тех пор, пока мы то есть люди пока не будут у людей пока не появится интерес к трансцендентному, то их нельзя изменить.
силой нельзя их изменить, а если мы утвердимся в ачароне, в идеальном поведении, и если кто-то вот не хочет слушать нас, погружен в майю, то и толку нет говорить что-то таким людям. Но если их настроение когда-нибудь поменяется, по милости Гуру Вайшнавов, если вот у людей они не совершали никаких оскорблений, только грехи какие-то, может быть, и у них может появиться интерес к слушанию Харикатхи и слушанию о трансцендентных вещах. И вот если они будут слушать и так постепенно, они могут развить свой интерес к изучению Татвагьяны, и в итоге они могут принять решение, принять прибежище у лотосных стоп Гуру Вайшнавов, и тогда их путешествие к трансцендентной цели может начаться. И вот благодаря нашему идеализму, желанию служения, если кто-то изменит свое настроение, то это очень хороший признак, очень хороший признак. И в этом случае они могут слушать Харикатху. И говоря искренне, если мы по-настоящему разумны и хотим изучить Бхагаватам, Гиту и остальное, но без дикши мы не сможем получить осознание того, что говорится там. Может, мы очень разумны, есть у нас деньги, можем купить много книг, но система такова. Что не приняв прибежище у чистых гуру вайшнавов, мы не сможем осознать, мы не получим этой возможности осознания шастр. Может, вы очень разумны, но до тех пор, пока вы не получили подлинное посвящение от гуру вайшнавов, то сила это осознание, оно не явится вам. Вы можете, конечно, знать много, изучать, но осознание без милости гуру вайшнавов, оно не придет. И осознание того, что описано в шастрах, оно не придет. И вот перед тем, как изучать Бхагаватам и остальные писания, мы должны получить посвящение от подлинного гуру. Конечно, изучать мы можем, но осознание получить нет. И такое осознание возможно только по милости гуру вайшнавов, иначе нет. И вот перед тем, как получить доступ в этот трансцендентный мир Апракрита Джагат, вы хотите изучить так много сиддханты и прочего, но не приняв посвящение у лотосных стоп чистых гуру и вайшнавов, мы, конечно, изучать это все можем, но осознание обрести нет. Это возможно только по милости гуру и вайшнавов. И вот Майя, она организовала такую выставку перед нами, и мы привлекаемся чем-то согласно нашим прежним самскарам. И что делать? Вот мы привлекаемся согласно нашим самскарам, и таким образом можем попасть в огонь. Кто-то уже на сковородке, например, жарится, а может попасть в огонь. То есть разницы особо нету. И таким образом Шрила Прабхупада, он всегда говорил, что всегда в каждый момент времени мы должны осознать, что этот материальный мир, он не вечен. Не пытайтесь стремиться к какой-то корысти, совершая гуру вайшнава севу. Если кто-то ради корыстных целей служит гуру вайшнавов, то результат баджани он никакой не получит. И, к сожалению, это хроническая болезнь нашей жизни. То, что вот... И поэтому Рупа Госвами Пад сказал, что материальными органами чувств трансцендентное познать невозможно. И вот если кто-то развивает неверие, недоверие к гуру Вайшнава Бхагавану и Виграхе, то такие люди могут развить какое-то сухое отречение.
и они отклонятся от пути Шрилы Прабхупады. Я уже сказал, что малейшее отклонение от пути Гурупад Падмы, оно может сбросить нас с пути Бхактинандары. И Бхактинанда Такур говорит, любая проповедь, она не может дать нам должный результат. А если мы сможем изменить ум тех людей, если они будут хотя бы немного заинтересоваться трансцендентным, а если не заинтересованы, то и толку нет что-либо говорить. И вот если я не утвердился в татве или в севе, то тогда я не могу проповедовать. Что я могу проповедовать в этом случае? Проповедь значит, мы должны поделиться своим бхакти, своим чувством с этими обусловленными душами. И вот за всю жизнь Шрила Прабхупад он спорил всегда, сражался с майявадой, с имперсонализмом. Шрила Прабхупад говорил, что это майявада. Имперсонализм – это худший враг на пути нашего випраламха баджана. Это полностью противоположное. И те, кто общаются с такими людьми, имперсоналистами и майявади, и не хотят избегать общения с такими майявади, которые не хотят разбираться в этом. Иначе они боятся, что будут делать без всего этого. И все и каждый, мы все привлечены Майей, ее проявлением. И Наротам Такур в одном из киртанов говорит такие слова. И поэтому Шрила Прабхупад всегда говорил, каждую часть секунды вы должны осознать, что этот материальный мир, он нестабилен, не вечен. Если вы осознаете это, то тогда вы не будете чувствовать никакого влечения ни к чему в этом материальном мире. И все эти вещи, они не все материальное, оно не вечное. Мы должны почувствовать, осознать это. Иначе Шрила Прабхупад говорит, те, кто имеют великое влечение к деньгам, славе, богатству и вот хотят собрать как можно больше денег, но Шрила Прабхупад говорит, это не наша цель, как преданные, мы не должны собирать много денег, это совсем не наша цель, поскольку если вы соберете много денег, вы можете возгордиться и оскорбить гуру вайшнавов. Можете подумать, что они бесполезны, но и вот из-за денег можно ложное эго развить или из-за гордости своим знанием, происхождением, красотой. И вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто собирают много денег и используют их для своих корыстных целей, лабхи, пузы и пратишчи, я хочу попросить благословения у Верховного Господа, чтобы всю оставшуюся жизнь до моей смерти я не видел их лица. Я не хочу видеть их лица, они пашанги. И такие люди никогда не обретут бхакти. Шрила Прабхупад Патравали пишет. И вот преданные рупануги, у них никогда нет склонности к наслаждению. Рупануги преданные, они не ищут недостатки в других или в чистых преданных. Они никогда не стремятся найти недостатки в чистых преданных. А почему мы стремимся к лабхе, пудже и пратиште? От того, что мы отклонились от его пути. И поэтому вот в киртане Шрилы Прабхупады такие слова есть. Шрила Прабхупад говорит, Раван – это воплощение пратиште. Раван – он воплощение пратиште. Ложной пратиште.
в материальном мире, даже во всех этих 14 мирах, все вот как раз заняты обретением этой материальной практики, и никто не может избавиться от влияния Майи. Напилу Раван, Джуджия Рагов, Вайшнави Патишат, Атекара Ништат, Анан, Пайиле, Раби Веруга. Раван, он хотел бросить вызов Рагунатху. Он хотел обрести всю славу, всю пратишху. Даже это желание этих майявади и персоналистов, они хотят уничтожить Бхагавататву или Шакти Татва. So Раван, what to do? Раван actually want to. И Раван, что он хотел сделать? Он хотел обрести всю пратишху, и вот он видел весь мир как его объект. Он видел весь мир как предмет его наслаждения. Раван, куда бы он ни смотрел, он думал, что могу наслаждаться тем или этим. И это была такая концепция Раваны. И он захотел даже наслаждаться Ситой Шакти Верховного Господа Рамы. И в этом вот как раз вся суть майявады имперсоналиста. Имперсоналистов, они хотят наслаждаться даже Шакти Господа. А мы знаем, что Шакти и Шактиматурабья, то, что Шакти не отлично от Шактимана, а они думают, что не могут забрать Шакти и уничтожить Шактимана. Это их настроение такое. И вот Раван захотел насладиться Ситой, что невозможно. И вот смотрите, мы слушаем так много харикатхи, но, к сожалению, мы не прекращаем асатсанги, я сидя на вьясасане вижу, иначе мы давно бы получили результаты, а потому что осознанно или неосознанно совершаем асатсангу, этого не происходит. И Шрила Прабхупад говорит, что мы должны выражать почтение Вайшнава Пратиште. Если этого не будем делать, то это может стать причиной нашего падения. А Вайшнава Пратиште значит, что мы можем видеть весь мир с, без всякого желания наслаждения. И вот Вайшнава Пратишта значит, что вся слава, все почести, которые приходят к нам, мы можем направить их в адрес под чистых гуру и вайшнавов. А сейчас что за проповедь происходит? Кто-то вот, например, в мае находится сам, а пытается проповедовать, и что же он может проповедовать, и как он может спасти кого-то? И вот есть история прекрасная про одного попугая. И вот этого попугая научили говорить, что придет охотник, поставит сеть, поймает вас и убьет. Вот на хинди научили его говорить так. В общем, этот попугай запомнил, и если кто-то приходил, он собака какая-то, в смысле, ручной попугай, домашний, вот он сидел и повторял. Ну, а жил этот попугай рядом с лесом, и вот какой-то охотник пришел, сеть поставил и приманку положил, чтобы попугай попал в эту ловушку. Сеть была готова, и этот попугай говорит, что будьте осторожны, охотник может прийти
сеть, поставить ловушку, поставить, поймать вас и унести. Будьте осторожны насчет этого. Но этот попугай, несмотря на то, что повторял это все, не понимал значения. И вот увидел он приманку в ловушке и поймался. So Guru Varga speaking and laughing. This kind of preaching, our preaching. Already I am in Maya. И вот Гуру Варга смеется, что часто происходит, что люди также проповедуют, они могут запомнить какую-то цитату из шастр, говорят они, но не понимают никакого смысла того, о чем они говорят. И мы должны осознать сердцем также то, что мы никогда не можем наслаждаться Майей. Шрила Прабхупад говорит, чтобы избавиться от влияния Майи, мы должны сердцем служить чистым Гуру Вайшнавам, и тогда мы автоматически сможем избавиться от влияния Майи, а не только это. Также, когда мы служим Гуру Вайшнавам, служение Гуру Вайшнавам значит, что вы, если какое-то служение совершаете, то вы должны осознать Вани Сварупу, вы должны слушать Харикатху таких вайшнавов. Если кто-то слушает наставление Шрилы Прабхупады и пытается как-то служить ему, но без помощи Вани Севы это невозможно. И вот Атма Васту, у нее нет никакой связи с Майей. Этих простых вещей мы не понимаем, то что Чит-атма. У нее нет никакой связи с Майей. Но мы в Майе находимся, и что же делать? Пуруш и Пракрити. Пуруш и Пракрити, я имею в виду обусловленные души, у которых есть склонность к наслаждению, поэтому Пуруш они зовутся. А Парампуруш – это Верховный Господь. И с помощью Пракрити и Пуруша, если Пракрити одна, то Сришти творения мы не можем получить. И вот эти Пуруши и Пракрити, они ну вот и люди, в общем, они наслаждаются Майей, привлекаются ею. Мы можем, конечно, говорить об этом, но осознать то, что мы не можем наслаждаться Майей, не каждый может. Это невозможно, но для нас невозможно наслаждаться Майей, понимаете? Мы не можем наслаждаться Майей. Мы пытаемся наслаждаться Майей в какой-то открытой, обнаженной форме. И Кали смеется, что вы, Дживатмы, хотите наслаждаться мною даже больше, чем Равана. Сейчас разные новые раваны появляются, их качество хуже, чем у настоящего раваны. А почему Пракрити Кали, она без всякой одежды? Она говорит о дживатме, о обусловленной душе, о наслажденце. Вы хотите наслаждаться мною в обнаженном виде, и она смеется. Вы не знаете, что я ваша мать. Вы не должны наслаждаться мною, только Шива, Шанкар, он может наслаждаться мною. И те мусульманские братья и другие, они спорят, что кто-то поклоняется вот голой женщине, но они не знают. Они от невежества говорят так, что на самом деле Деви, она не обнаженная, не голая. Но Пракрити, когда мы одеваем какую-то одежду, например, и какой-то муравей там внутри одежды, ну вот он, если внутри одежды, то этот муравей может видеть, что вы голые. Но вы не голые, вы в одежде, но с точки зрения муравья этого не видно.
и на санскрите слово дриг. Вот дриг вас значит. All four corners of the cloth of mother nature. Ну что, вся природа, она есть одежда этой Пракрити. Одежда она есть, но мы ее не видим, поскольку мы внутри этой природы в положении муравья на одежде находимся. И я также говорил другую точку зрения, то, что у нас очень скверная склонность к наслаждению, что природа никогда не может простить нас. И вот, а если мы получим милость от гуру и вайшнавов и осознаем, что Пракрити – это не объект нашего наслаждения, все вещи в всех материальных мирах, они объект объекты служения Кришна Сева. Если мы осознаем, что наше тело, оно также тоже, оно также инструмент в Кришна Севе, и когда мы осознаем это, то тогда, несомненно, мы обретем Таттва Гьяну. И вот смотрите, Пракрити, мы не можем наслаждаться Пракрити. Но прасад мы можем принимать. Прасад, значит, много раз я объяснял ранее. Если я наслаждаюсь прасадом, то это уже не прасад. А если прасад, он захватывает нас, то вот это уже другое. И вот если прасад захватывает наше мышление, все наше тело, то это подлинный прасад. И поэтому говорится в этой шлоке, и поэтому Удав Махарадж говорит, and Churchitaha, your used item, all your chandan, all your garland, all your cloth, all your scent, all your, you know, uchista, all uchista prasada. Sabraza alankritaha, we can take as prasada. И вот Удава говорит, что мы можем принимать вещи, которыми ты пользовался, от тебя в качестве прасада. И благодаря этому мы можем победить твою майю. Но если кто-то силой будет заявлять, что победит майю, то такого человека майя она просто скидывает. Но никто, даже Шанкар Бхагаван, не может, смеет заявлять, что он может победить майю. Майя она очень могущественна. Хотя Шанкар Бхагаван Мритинджой, хотя он Каманджой, тот, кто победил смерть и вожделение, но все же Бхагават майя она очень и очень сильна, и никто не может избавиться от влияния этой майи. Только те, кто приняли прибежище лотосных стоп чистый гуру вайшнавов, а это значит, что они приняли прибежище у лотосных стоп Бхагавана. И вот если без осознания мы будем пытаться проповедовать, то ничего хорошего у нас не получается. И я также много раз говорил о том, что этот материальный мир – это искаженное, извращенное отражение того духовного мира. И вот этот материальный мир, он является свидетельством, он сам доказывает это, что есть также трансцендентный духовный мир, но это вне уровня моего достижения. Но будьте уверены относительно объяснения Таттвы, много раз я говорил в речи и в статьях то, что если Антаранга Шакти, она вечная, внутренняя, Антаранга Шакти, она внутренняя энергия Господа, и если эта Антаранга Шакти вечна, то Багиранга Шакти, она тоже вечна. Если Шакти Бхагавана внутренняя, она вечна, и Бхагиранга Шакти, она не имеет никакого существования внутри Кришны, но она также вечна, поскольку
если антаранга шакти она вечна, то тогда как тень этой антаранга шакти это багиранга шакти. И если бы не было антаранга шакти, тогда мы потеряли бы существование этой багиранга шакти. И вот антаранга шакти вечна, и багиранга шакти она тоже вечна. И внутри обусловленной души, видя и авидя. Видя значит знание татва-гьяна, а авидя значит невежество майя. И вот это знание невежества, оно вечное, оно просто ждет, когда дживатма придет к гуру вайшнавам, а если они удачливы, и кто-то, а вот если кто-то думает, что с помощью денег или власти он может обрести сатсангу, то это глупо, никогда не думайте таким образом, что с помощью денег или власти вы можете обрести сатсангу, нет. Если наша удача очень велика, то тогда мы сможем обрести возможность обрести сатсангу. И даже после обретения сатсанги, некоторые могут находить недостатки в гуру вайшнавах, и это является причиной падения. И таким образом, видя-видя, они вечно существуют. И вот дживатма, она стремится к виде или к авиде. И если по великой удаче она получит милость гуру вайшнавов, они смогут избавиться от влияния майя настоящей, причем подлинную милость, а не ложную. Ложная милость тоже может быть, особенно по отношению к людям, которые слишком привязаны, привязаны к материальному, и такие лживые, и гуру вайшнавы, они тоже могут обмануть таких людей, дав им то, что они хотят. Шрила Прабхупад никогда не позволял нам следовать этой процедуре. Шрила Прабхупад сказал, что даже те, кто думает обо мне как о своем враге, также я молюсь о них. Лотосным стопам Верховного Господа. И вот те, кто думают, что я их враг, хотя я хотел сказать им об абсолютной истине, и те, кто думает обо мне как о враге, бессмысленно, даже для о них я молюсь лотосным стопам Верховного Господа. О Господь, я никогда не хотел иметь никаких негативных представлений о них, и вот поэтому я молюсь о них, о Господь, как Прахлад Махарадж. Ты должен сделать что-то, чтобы эти люди получили абсолютное благо, они всегда заняты майя, и что же делать, как помочь им? А гуру вайшнавы, они не находятся в майе. Они никогда не находятся в майе, и поэтому они могут спасти нас. Они никогда не в майе, если бы они были в майе, то кто же тогда может спасти нас? И поэтому о Верховном Господе, о гуру вайшнавах говорится, хотя они пришли в этот материальный мир, хотя мы, но все же они не находятся под влиянием майи, никогда они вне влияния майи, хотя они пришли в этот материальный мир, чтобы спасти нас. И вот Шрила Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж говорит, что до тех пор, пока мы не будем следовать чистым гуру вайшнавам с самого сердца, то нет никакой возможности. Мы с великими трудностями и вот с великими трудностями, даже если будут какие-то трудности, все равно мы должны увеличить наше терпение. И мы должны страдать, если эти страдания приходят. Мы должны терпеть это и развить нашу силу терпения. И если наше настроение, оно, мы хотим обрести сатсангу, ничего иного. Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж говорит, если вы
молитесь Верховному Господу об обретении сатсанги, чтобы поддерживать сатсангу в вашей жизни, иногда приходится много страдать, так много трудностей могут прийти в нашу жизнь, столько проблем прийти, какие-то люди могут оскорбить нас, но все же с великими трудностями даже, если вы сможете увеличить вашу силу терпения и будете совершить сатсангу в уме и физически, если вы будете поддерживать уровень и значение Кришнанама, служения, и если вы сможете сделать это, то и если вы посвятите душу и сердце лотосным стопам чистой Гуру Вайшнавов, то если вы найдете решение в вашей жизни через процедуру пранипата, парипрашны и севы, это зовется садусанга. Вы понимаете, что хотел сказать Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж? Это зовется настоящая садусанга, просто слушать харикатху и потом заниматься своими обычными наслаждениями, это неправильно. Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж говорит, что непрерывно через пранипат, парипрашны и севы, через это терпение, великое терпение. И мы должны страдать, терпеть так много всего, и потом мы сможем обрести сатсангу, не а сатсангу, а именно сатсангу. И таким образом, если мы будем совершать харинам, будем поддерживать уровень значения служения харинаму Прабху, и в этом случае это зовется настоящая сатсанга. И поэтому Шрила Бхактина Такова говорит, что таким образом не каждый может молиться. И вот смотрите, Бхактина Такова, он молится Верховному Господу таким образом. Шрила Бхактина Такова, почему? Говорит Пашупаки, вот имеется в виду, что даже если я животное, все равно я не хочу получать никакой сатсанги. Как в Ритрасу, например, он молится лотосным стопам Верховного Господа. Tobo Janishu Saksham, I like to grow friendship with your devotee. Я хочу развить дружбу с твоими чистыми преданными. Это моя молитва. И вот Майя, она не ее. We think Maya is. It is impossible for us to cut Maya. Я уже сказал, что избавиться от влияния Майи очень тяжело. И дживатма, чистая дживатма, у нее нет никакой связи с Майей. Это бесполезно. Чистая дживатма никакой связи с Майей не имеет. Но все же мы не можем избавиться от влияния Майи. В чем же проблема? Как это решить? Мы должны подумать, посчитать. И вот вначале я сказал, что согласно нашим прежним плохим самскарам, мы развили склонность к наслаждению Майи Пракрити. Наше тело, оно сделано из составляющих материальных, которые из Майи происходят. Все из Майи происходит, и вот согласно прежним самскарам мы развиваем какую-то склонность к наслаждению. Кто-то привлекается одним, кто-то другим, кто-то третьим, и таким образом все заняты своими наслаждениями, но это магия, волшебство Майи. Я пример могу привести. Гуру Варга говорит,
Например, Пушпарат. Пушпарат, вы знаете, это колесница Рамачандры, когда он возвращался из Шри-Ланки, она увеличивается, она вот может увеличиваться и сжиматься, как дама. И вот Хануман вместе со всеми своими Лакшманом, Ситой и всеми-всеми, они залезли на эту колесницу и вот Гурварга говорит, если это Пушпарадха, она взлетела и тень от нее падает. In a mirror or in water lake, if a foolish like to jump into the lake. А имеется в виду отражение видно в воде, если она мимо воды пролетает, а если какой-то человек хочет попасть на эту Пушпарадху и прыгнет в воду, видя ее отражение, то что получится в итоге? И от Гурварги мы также слушали, что те, кто на показ показывает себя как Рагануга преданных, Шрила Прабхупад и Гурварга говорит, что если есть какой-то прекрасный мед, как Падмамадху, этот лотосный мед, и этот лотосный стоп, лотосный мед настолько прекрасного аромата, что эти пчелы, они постоянно охотятся за этим медом, но если мы этот мед в стеклянную банку поместим и закроем крышкой герметично как-то, ну или почти герметично, то можно все равно увидеть, что пчелы, они прилетают, садятся на эту стеклянную банку, полную лотосного меда, хотят насладиться этим медом, но из-за стекла не могут ничего сделать, они могут видеть только на стеклянной банке и пытаться лизать стекло. Но таким образом никакой связи с этим медом не получат. И Гурварга говорит, что такие пчелы глупые, они думают, и также мы думаем, что мы совершаем Рагануга или Рупануга Баджи, но находимся вне этого, этой емкости. И вот они, и вот эти пчелы сидят на стеклянной банке и лижут банку, но они никогда не таким образом не получат вкус меда. И вот я привел такие примеры, и также мы вот тоже, если мы занимаемся имитацией, то никакого Рагануга Баджана не будет. Шрила Прабхупад говорил, что в тот день, когда вы сконцентрируете ваш ум на лотосных стопах гуру и вайшнавов, и почувствуете вираху, чувство разлуки с ними, и если будет чувство служения, желание служения, и у вас будет чувство разлуки с гуру и вайшнавами, и такая вирахакатха. Шрила Прабхупад, он хотел сказать, что мы никогда не пытались перепрыгнуть через какие-то важные ступени развития, мы не должны стремиться к наслаждению и к изучению раса-таттвы, виджая виграхи тоже. Нам не нужно стремиться, а перед этим Шрила Прабхупад советует, все время вы должны обсуждать о расататве, о гуру вайшнавах и мы должны вспоминать Гурудева и его деяния, и это очень благоприятно. Шрила Прабхупад говорит, что если вы думаете о Ашрай-виграхе Расататве, то есть о Гурудеве, который есть олицетворение Ашрай-виграха, и в
So one by one I can go on explaining. Впоследствии сможете продвигаться дальше, и я уже в дальнейшем я объясню Сиддханту Шрилы Прабхупады и то, что сейчас есть, и это мы увидим, насколько это изменилось на самом деле. Однажды это в одном царстве царевна омовение принимала в каком-то там водоеме. Все свои украшения дорогие положила на дерево и после этого переоделась, пошла принять омовение и думала вернется и свои украшения опять наденет, и птичка прилетела, как панча, взяла одно украшение, ожерелье, и улетела. И эта царевна начала орать, царь узнал, что птица утащила ожерелье, очень дорогое, очень красивое. И царь объявил, что те, кто могут спасти это украшение, то большое пожертвование дадим. И вот все пошли искать эту птицу. И знаете, эта птичка высоко сидела на верхушке дерева. Ну, в общем, это птица на дереве оставила, на верхушке дерева оставила украшение, а рядом был водоем, в котором отражалось изображение этого украшения. Вот люди прыгали в водоем, пытались выловить, но ничего не получалось. И вот там саду мимо проходил, спрашивал, в чем дело, что тут такое беспокойство. И вот смотришь, что все толпа пытается вытащить украшение из воды, но саду засмеялся: «О, глупцы, смотрите, это ожерелье, оно там отражение этого отражение этого ожерелья, наверх посмотрите, оно там, а вы тут время теряете, ныряете зря». И также мы такие глупые деревенские жители, которые стремятся к наслаждению, но наслаждения нет в этом материальном мире. Наслаждение, но там, в том трансцендентном мире. И здесь всего лишь искаженное отражение того трансцендентного мира. Мы настолько глупы, что теряем время, стремясь к этому материальному наслаждению. И вот в начале всего, перед тем, как начать наш подлинный баджан, мы должны избавиться от склонности к наслаждению. Мы не должны наслаждаться майей или стремиться наслаждаться майей. И те чистые гуру вайшнавы, которые живут своей самсарой, это не совершенно не майя, как Шивас Пандит Бхактивинода Такур. Шивананда Сен Махапрабху очень доволен. Махапрабху сказал Шивананде: «О, Шивананда, в следующий раз, когда у тебя родится следующий ребенок, можешь назвать его так». Если Махапрабху был бы так недоволен семейной жизнью, такого бы не было. Махапрабху хотел дать нам пример, что такова процедура. Это не то, чему вы следуете, это неправильно. Это процедура, которую нужно вот делать по-другому. И вот сейчас я возвращаюсь к шлоке, с которой начал. Swayam mukulitan jale sevate asmano dharmaart kama gatiyo samayo pratiksha. First of all, I like to quote what Prabhupada told, Prabhupada speaking. И вот Шрила Прабхупада говорит, даже если есть анархия внутри нас,
Если у нас, а если мы сможем занять эти анархии в Кришна-севе, то это очень хорошо. Если у нас есть такое настроение, как если мы знаем, как занять эти анархии в служении Кришне, как Бали Махарадж, он смог это сделать, и другие примеры есть. И вот они хотят использовать, или Билва Мангал такую. У него много анархи было, но этот Билва Мангал, он хотел использовать эти анархи в Кришна-севе в различными способами. Анархи были у этой проститутки в Аванти-Нагаре, я обсуждал давно. И эта проститутка Веша в Аванти-Нагаре, в Бхагаватам говорится, Кришна говорит Удаве. Анархи были у нее, но она хотела это в служении Кришне занять. И Лакахира также, и с помощью общения с Гуру Вайшнавами, ее сердце изменилось. Мы можем сражаться с анартхами, с майей бесконечное число времени, но результат получить как достичь успеха. Для этого мы должны следовать настоящему пути. И вот сейчас я хочу объяснить эту шлоку, чтобы вы поняли, что если чистая бхакти, оно есть, оно явится в нашем сердце, и мы увидим образ Радха Говинды, и тогда, и только тогда, когда мы увидим Радха Говинду, которая восседает в нашем сердце. И в этом случае и вот иногда мы стремимся к лабхи пуджи пратишту как глупцы. Я много примеров могу привести. Те чистые гуру вишнавы, они не тратят деньги на свою собственную пратишту, а пратишту она следует за ними сама. Слава, они не стремятся к славе, они хотят спрятать себя, но слава, она бежит за ними сама. Мадхавендра Пурипат, он убегал от пратишты. Он думал, что пратишта может оскорнить его, и поэтому он уж быстро ушел, но он не смог спастись, поскольку эта пратишта, она была послана Гауранга Махапрабху Нитянандой. Это сам Нитянанда сделал, Баларам Гуру, Ади Гуру. И как? И вот Мадхавендра Пурипат хотел уйти, но Мадхавендра Пурипат, он не мог этого сделать, пратишта следовала за ним, выражала, но смотрите, чем больше мы выражаем почтение Гуру Вайшнавам, но Гуру Вайшнавы, они недовольны этим, они молится Господу: «Господь, зачем ты послал столько славы? Я не хочу принимать это». Я практически видел, когда столетие явления Гурупад Падмы, оно было в Пури, я был очень болен в то время. Малярия была у меня, но все же я занимался публикацией этим. Но вот совершал служение, несмотря на высокую температуру. Вот я доехал в Пури с книгами и журналами, но ничего не мог делать, очень слабость большая была. И я видел, что все прославляли Шрилу Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, лучшего из Парамахамс, и Гурупад Падма, склонив голову, он смотрел вниз и плакал, что они прославляют меня, что я могу ждать от них. И когда преданные попросили его сказать что-то, Гуру Махарадж, он не смог из-за прэмы ничего сказать. Он хотел сказать, но не смог ничего сказать. И вот всю пратишту, всю славу, все почет и уважение мы должны
отправить в адрес Шрилы Прабхупады. Если мы думаем о Пратиште, то на 100% несомненно Вайшнави Пратиште, Гуру Вайшнавани, только Гуру Вайшнавани достойны славы и уважения. Вайшнави Пратиште, она ждет только Гуру Вайшнавов, а не каких-то обычных людей. Мы не должны стремиться к Лабхе, Пудже и Пратиште. To collect money, position, and all, you need not go. Preaching can automatically be done. Проповедь автоматически может случиться, если Нитьянанда поможет нам. Никто не сможет остановить нашу проповедь. Будьте уверены. Единственное, что вы должны сделать, это оставить ваше двуличие и лицемерие. И вот Биламангал Такур говорит, когда мы достигнем стабильности в нашем Кришна-бхакти, когда трансцендентное блаженство явится и Рада Говинда явится в нашем сердце, и мы захотим совершать служение этой божественной чите. Рада Говинде. И в этом случае мы не должны ходить туда и сюда автоматически. Даже мукти, для мукти освобождения, все йоги, гьяни, они пытаются, но Биламангал Такур, он объясняет, что почему вы льстите к всяким мукти. Мукти, она сама может прийти и молиться вашим лотосным стопам, что вы приняли это мукти. Мукти со сложными ладонями будет стоять. Мукти – это стрилинга, но это женского рода. Мукти будет стоять с сложными ладонями. Она молится лотосным стопам чистых преданных, чтобы они приняли это мукти. Ну, у нас есть прекрасное объяснение мукти. This is the exact definition of Gauri. И вот это определение мукти Гаудия Бхактами. И что говорить о дхарме, артхе, дхарма, артха, кама, мокша. Все оно явится перед чистыми преданными и попросит что-то принять от них. И такова ситуация чистых преданных. Bhakti stayistiratara Bhagavan jadi shad daivena na farati dibba kishara murtihi muktihi swayam mukuletanjali sevata asman dharmartha kamagataya samaya pratiksha kasmad bhajanti kavayo dhanu durmadandhan. Baba speaking. We'll have to carry out, carry on. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы должны. It is the direct order of Chaitanya Mahaprabhu. Go and broadcast. Мы должны проповедовать учение Шримана Махапрабху всем, но будьте осторожны, не пытайтесь, не позволяйте никакому лицемерию, никакому двуличию явиться в вашем сердце. Следуйте тому примеру, который показан Махапрабху, иначе мы получим наказание от Майи. Погрузимся в океан Майи, и это наставление Шримана Махапрабху, чтобы мы буквально проповедовали, вещали его учение и следовали его примеру, его этикету, а не стремились к лапши, пуджи и пратишке, поскольку это может стать причиной нашей смерти и смерти всех наших последователей. Мы должны находиться на абсолютном уровне и говорить абсолютным образом об абсолютной истине, как показал Шрила Прабхупад. Парамхамса варам парамата патим патито дхароне крито веша джатим джатираджа гунай парисеба падам пранамами сада прабхупаду падам пранамами сада прабхупаду падам пранамами сада прабхупаду падам
ванча калпадурвасикепа синдвевча патитанам хвабанабхавишна пьо намо намо.